Виталий, как работают каналы архангелов, когда человек находится в другом городе? Как они его находят? А как в церкви батюшки заказывают молитвы, сорокоусты, обедни, куча записок приходит. И он читает, там, за болящего там, или там, еще по какой-то потребе. Человек может быть на севере, там, в Сибири или вообще в любом городе. Если человек верит, который заказывает, и тот человек верит, который позволяет, чтобы на него почитали, то помогает. Вера помогает. Как меня учили лично вот, работать с каналами, я работаю по-разному. С иконами работаю, бывает, с именами работаю людей. Я как эзотерику могу работать с тонкими энергиями. Снимается лик с фотографии, переносится на икону, читаются специальные молитвы.